Приветствую вас, друзья, на канале Коллекция монет. Итак, следующая биметаллическая монета на канале, монета Японии. Номинал 500 йен, год выпуска 2009. Материал монеты: биметалл, центр медно-никелевый сплав, кольцо никелевая латунь. Гурт монеты рубчатый. Отношение аверса к реверсу медальная. Вес монеты 7 грамм, диаметр 26,5 миллиметров, толщина 1,95 миллиметров. Монета отчеканена на монетном дворе города Осака, Япония, тиражом 1 миллион 830 тысяч экземпляров. Вышла монета в составе набора японских биметаллических монет номиналом 500 йен. Набор называется 47 префектур Японии, и было выпущено в рамках этого набора 47 монет по количеству этих самых префектур. И монеты выпускались в период с 2008 по 2016 год. Данная монета посвящена префектуре Нара, префектура Японии, которая находится в регионе Кинки. Центр этой префектуры — одноименный город Нара, расположена на востоке западной Японии. Северные районы Нары равнинные, южные гористые. Не имеет эта префектура выхода к морю или океану. Именно в этой префектуре зародилась японская государственность, японский императорский род. И именно из этой префектуры распространились буддизм и конфуцианство, которые прибыли с материка в Японию. Ну и из-за этого префектуру Нара часто называют колыбелью Японии. Много известных памятников старинны в этой префектуре. Многие внесены в список мирового наследия ЮНЕСКО. Ну и среди них самые известные являются буддийские памятники в районе Хорюдзи и исторические памятники древнего города Нара. Символами Нары являются 30-метровая статуя Будды и дикая сакура. Ну а на монете изображен корабль, хотя, как я уже сказал, выхода к морю или к океану эта префектура не имеет. Изображен корабль, который называется Китоши-сен. Это корабль для японского императорского посланника в Китай при династии Тан. Эти посланники играли важную роль в международных культурных обменах в то время. Ну и на этом корабле прибыл монах китайский, которого, ну, японское его имя Ганзин, ну а по-китайски он значится как Дзяньчжэнь. Вот, прибыл он на этом корабле и построил храм в префектуре Нара, который назывался Тосёдай-дзи. И из этого храма распространился буддизм уже по всей Японии. Рисунок был скопирован с древнего пергамента, который называется Тосейдэнэмаки. И этот пергамент как раз повествует о миссии Дзяньчжэня в Японии. Прибыл он куда-то в другое место на берегу моря и уже прибыл в эту провинцию и построил храм. Примерно так все это происходило. Помимо корабля, надписи на японском языке: Япония, номинал 500 йен, и название провинции Нара на английском и японском языках. Другая сторона монеты стандартная для всех 47 монет серии. В центре старинная японская монета с квадратным отверстием.
В этом отверстии, если смотреть под разным углом, видно две цифры, 47, два числа, наверное, правильнее сказать, и 60. 47 префектур и 60 лет с момента принятия закона о местной автономии 1947 года. Надписи по окружности 500 йен. Япония, 47 префектур, монетная программа, coin program. И год 21. 21 год правления императора Акихита, эра Хэйсэй. И соответствует это 2009 году. Цена на эту монету начинается примерно от 700 рублей и выше. Интересная монета. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.